Ну и завершающая встреча 14-го тура. Манка Рабеков против Кирилла Иванова. Вот эти два красавца, два фифера. Я уверен, что за Манка Рабекова, что за Кирилла Иванова переживает очень много людей. Один представляет город Актюбе, другой Усть-Каменогорск. И сейчас мы узнаем. Альянс Арене, конечно же, потому что Аман Карбеков играет за Баварию, а Кирилл Иванов за Ювентус. На Альянс Арене сейчас мы и выясним, кто же круче, Актюбе или Усть-Каменогорск. Аман Карбеков или Кирилл Иванов. Кирилл Иванов будет первый разыгрывать мяч в центре Дибала. Если вы не смотрели Лигу Чемпионов, знаете, да, что Пауло Дибала один из антигероев Ювентуса. Ну, большинство называют, конечно, рефери. Но все же факт остается фактом. Пауло Дибала был удален и подвел свою команду. Надеюсь, что в этом матче так Дибала Кирилла Иванова не подведет. Игуаин. Здорово. Матюиди. Видаль перехватил мяч. Хамес. Мюллер. Левандовский. Можно отдавать пас дальше. Мюллер выходит один на один. И это 1-0. Нет, честно, здорово, как сыграл. Вопрос, почему Кирилл Иванов решил Войцеха Честны выставить ворота, а не Джиджи Буфон. Но на это нам ответит только сам Кирилл Иванов. Кстати, дорогие друзья, подписывайтесь на наши социальные сети. В Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, конечно же. И обязательно на наш YouTube-канал. Опасный момент. Наш YouTube-канал, именно там вы сможете посмотреть все матчи в записи. Ну и посмотреть итоговую программу Сетанта Pro League Review с моим скромным участием. Ну там не до меня, там мы обсуждаем как раз таки прошедшие матчи. Угловой зарабатывает Кирилл Иванов. Также показываем пятерку лучших голов. И вообще много чего интересного там происходит. Подача в штрафную. Ману Нойер выходит. Левандовский. Лихштайнер перехватил мяч. Но Левандовский как ответил и рвется вперед. Роберт Левандовский. Александр смог все-таки в штрафной настигнуть поляка. И отобрал этот мяч. Куадрадо. Игуаин снова Куадрадо. Гонсало Игуаин. Талисса перехватил мяч. Видаль. Хамес. Тиаго. Мюллер. Левандовский. Хамес. Снова Мюллер. Левандовский. Здорово, как Аман Карбеков играет. Лонгшот с левой ноги от Роберта Левандовский проходит выше ворот. Пробивал хорошо Роберт Левандовский. 9 номер Мюнхенской Баварии. Но выше ворот. Войцех Честны. С вратарями, конечно, у наших участников всегда как-то, как минимум, на свежо нам точно удивляют. Левандовский. Талисса. Хамес. Левандовский. Тиаго. Здорово как! Хамес перекладина. Ну что ж так не везет Аману Карбекову. Две суператаки он сделал. До этого мы видели, как Мюллер один на один выходил, но честно вытащил. А сейчас Хамес сильно пробил. Там не без участия, конечно, Войцеха Честны. Мяч попал в перекладину. Угловой. Джошуа Кимих будет подавать. Подача в штрафную. Мюллер. Есть у нас первое взятие ворот. Томас Мюллер открывает счет в нашем матче. Наконец-таки Аман Карбеков добился своего. Две очень хороших атаки было у Амана Карбекова. Справлялся Кирилл Иванов с этими атаками. Но вот на угловом не смог прикрыть Томаса Мюллера, который головой отправляет мяч в ворота Ювентуса. 1-0, 18-я минута матча. Квадрадо. Можно давать пас на фланг, решил на Матюиди. Блеск Матюиди. Дибала ошибается. Мюллер. Левандовский. Хамес. Бенатья прочитал эту передачу. Аман Карбеков.
Александро. Перевод на Лихштайнера. Квадрадо. Пьянич. Гонсало Игуаин подключает Квадрадо, но здесь Давид Алаба на месте. Ошибается. А вот сейчас Кирилл Иванов, конечно же, не ожидал этой ошибки и зажимал кнопку паса для того, чтобы прессинговал, отобрал мяч, но тут же отдал передачу, потому что, еще раз скажу, что палец находился уже на кнопке паса, поэтому мяч ушел туда, в центр. А если бы Кирилл Иванов был уверен в том, что отберет этот мяч, конечно же, бы там с той позиции он пробил. Дибала. Пьянич. Снова Дибала. Пьянич, Дибала, Буатенг разряжает ситуацию. Хамес, Мюллер, отдает пас на Левандовски, Талиса. Вот, мне нравится, как команда Карабеков вот так вот быстрыми пасами разыгрывает оборону Ювентуса. Штрафной зарабатывает команда Карабеков. Пока это дает очень большие плоды. Алаба будет у него у мяча, кто же еще? Штатный исполнитель штрафных ударов, что в реальном футболе, что в виртуальном. Давид Алаба. На ваших экранах. Вот так вот чем-то похож на Кисли Комана, конечно, но не беремся судить. EA Sports. Алаба разыгрывает. Пьянич раскусил, что будет пас на Артура Видаля. Кирилл Иванов и перехватил этот мяч. Атака флангом. Пауло Дибала. Подача в штрафную. Джошуа Кимих на месте. 31-я минута встречи. У нас счет 1-0 в пользу Амана Карабекова из города Актюбе. Аман Карабеков пен Кирилл Иванов тенгизесу 1-0 себе баварял. Даже не кандай керемет. Артисм өтте жақсы көретін лонгшот. Мюллердің орындауындағы қақпаның маңдайшасына тип барып кейін серпілді. Және көрейік, ары қарай қалай болатындығын. Ең бастысы, қазір көріп отырғандарыңыздай, Бавария командасы Аман Қарабековтың өте белсенді шабуыл шебінде. Гонсало Игуаин. Тиаго алдыға пас, бірақ Блез Матюиди дер кезінде допты тартып алды. Ювентус командасының шынайы футболда да жол болып жүрген жоқ. Чемпиондар лигасындағы өнер көрсетуін өздеріңіз білесіздер. 0-3 есебімен ұтылды. Мадридтің Реалына өз алаңында. Ал мына бір жерде Баварияға ұтылып жатыр. 1-0 мен. Бірақ мұны менде сіпітпейтін секілді, өйткені Юве тым әлсіз. Міне, Левандовски қазір екінші голда қақпаға шегедей қадады. Тамаша гол. Оң жақтан берілген әдемі пас. Керіліп тұрып қорғаушы бұл жерде не істеп жүргендігін өзі де білмей қалған секілді. 41-ші минутта Роберт Левандовски есепті 2-0-ге жеткізді. Ал біз ары қарай ойынды тамашалауды жалғастырамыз. Томас Мюллер 18-ші минутта алғашқы голды соққан болатын. Миралем Пьянич. Пьянич қазір пас беру керек. Тез арада бұлайша доппен жүруге болмайды. Игуаинға пас берген. Блез Матюиди. Алдыға Пьянич. Бірақ Пьяничтің добы Буатенгтің аяғынан табылды. Левандовски, Матюиди. Лихштайнер. Лихштайнер оң қанатта. Пьянич. Үзіліске дейін Кирилл қазір бір гол соқсам дейді және бұл соғылды. Гонсало Игуаин қиыннан қиыстырып жүріп ойда жоқта бір голмен жауап қатты. Қараңыздар, 3-1-дей қорғаушының ортасында жүріп алыс бағананы дәл көздей білген екен. Нәтижесінде есеп өзгерді және Кирилл Ивановтың да көңіл күйі өзгергендігі анық. Енді тағы бір шабуыл ұйымдастыруға меніңше ешқандай шама жете қоймас. Қазір төрешінің сықырғын еститін боламыз. Аман Қарабеков үшін әзірге барлығы ойдағыдай.
Алдығасырылған доп. Александро допқа бірінші жетті. Пьянич және Турешінің сықырға. Бірінші тайм аяқталды. Қадырмен жанкерлер. Есеп 2-1. 2-0 есебімен Аман Қарабеков жеңіске жетіп жатқан болатын. Бірақ соңғы минуттарда гол соғылды Ювентус тарапынан. Және Гонсало Хигуаин голдың авторы атанды. Ал біз екінші таймды тағатсыздана күтетін боламыз. Продолжается завершающий матч 14-го тура. Кирилл Иванов против Амана Карабекова. Счет там было 2-1 в пользу представителя Актобе. Хамес! Зачем? Было бы красиво очень, если бы там кто-то оказался. Но, к сожалению, для Амана Карабекова там никого не было. И красоты мы не увидели. Ботенг. Тиаго. Мюллер. Мюллер забил в первом тайме. Тиаго, Левандовский, снова Мюллер. Как здорово сейчас сыграл Аман Карабеков. Но Мюллер уже второй выход один в один не забивает. Это был Хамес, извиняюсь. Я наклеветал на Томаса Мюллера. То, что второй раз один в один. Нет, это был Хамес. Немного я не рассмотрел. Алаба отправляется подавать угловой. Подача на... в центр. До этого вот примерно так же Томас Мюллер забил за Амана Карабекова. Хигуаин. Можно брать дальше, но решил через центр, через Дибалу, Кирилл Иванов пройти. Но Боатенга просто так не пройдешь. Это ведь Жером Боатенг. Один из самых популярных игроков в Ultimate Team. И если кто любит Бундеслигу, то, конечно же, он должен быть у него в составе. Вот и Хамец! Вот это красота! А вот сейчас Аман Карабеков сделал все круто. Очень невероятно красиво. Смотрим еще раз, как Хамец тут умудрился. Ну, блестяще. Блестящий Аман Карабеков. Я думаю, что в пятерку этот гол точно задет. Как развернулся Хамес. Просто шикарно. 3-1. 3-1 Хамес. Родригес увеличивает преимущество Амана Карабекова. Александро потерял мяч. А вот будет вбрасывать Бавария. Кимих. Видаль. Буатенг подключает Хюмельса. Алаба. Ну, я еще раз повторюсь, мне очень нравится, как команда Карабеков комбинирует вот эти вот быстрые пасы и потом выход на свободную зону. Очень здорово. Кимих. Пас дальше. Хамес. Подача. Талисо. 4-1. Этот гол, конечно, по красоте немного уступает голу Хамеса Родригеса, но тоже очень здорово и очень красиво. В касание с лета прямо в уголочек. Совсем один остался Сарантин Талиса. И Аман Карабеков делает счет 4-1 против Кирилла Иванова. Если Кирилл Иванов сейчас не соберется и не сможет сделать какой-то супер камбэк, то можем поздравить Даулета Сактаганова с тем, что он теперь выходит на 14-ю строчку в турнирной таблице. Квадрата здорово, но здесь заблокировали удар полузащитника Ювентуса. Вот так вот Кирилл Иванов перемещается на предпоследнее место, там, где обычно находился Даулет Сактаганов или Анет Илюсинов. Еще один сейв, какой блестящий. Смотрим еще раз. Хамес, все тот же неугомонный Хамес. Пробивал, лонгшот. Но Войцех Честный смог отразить. Угловой. Джошуа Кимих снова будет подавать. В направлении, наверное, либо Томаса Мюллера, либо Хюмельса. Хотя и Левандовский очень здорово играет головой. И подача в направлении Мюллера. С этой подачей справился Кирилл Иванов. Тиаго. Елини перехватил мяч.
Так, а Аман Карабеков у нас, судя по всему, останется или поднимется на 12-ю строчку. Бексултана Талиметова он обойдет. Диего Коста. Дибала. Талиста разрядил. Обстановка штрафной Баварии на 12-м месте. Аман Карабеков встанет. На 13-й опустится Бексултан Талиметов. Ну вот, кто будет заменять Бексултана Талиметова, ему и придется играть с 13-го места. Будет еще интереснее наблюдать за нашим чемпионатом. На новенького игрока посмотреть, конечно же, будет очень интересно. Тиаго. Мюллер. Левандовский. Тиаго. Пробивает угловой. Угловой. Зарабатывает Бавария. В следующем туре Кириллу Иванову придется сражаться с Ельжаном Аманкильды. Один раз Кирилл Иванов смог обыграть лидера, Улжаса Есинта, я напомню. Возможно, это случится с Ельжаном Аманкильды. Если это произойдет, то Кирилл Иванов будет автором двух сенсаций на нашем турнире. Тиаго, подача в штрафную. Бенатия на месте. Хюмельс, Видаль, лонгшот! Здорово! 5-1 Аман Карабеков. Дважды сегодня смог забить два потрясающих гола. Здорово, Аман Карабеков. Стоя, аплодируем и Сержанов. Сержан вообще снял наушники, стоит, аплодирует. Рад за представителя Актобе. Здорово, Аман Карабеков. 5-1. Yeah, that's why. Аман Карабеков. Шындығында бүгін тамаша ойын көрсетті. Супер гол. Амес Родригестің жаңа бір соққан голы. Тіптен мен фиферлер тарапынан мұндай голды бірінші рез көріп отырмын. Шынай футболды айтпаған кезде. Әрине, мұнымен Аман өзінің арсеналында талай шеберлік бар екендігін, жасырын күштері бар екендігін байқатып отыр. 5-1 есебімен ол бұл матчта сенім түрде жеңіске жетіп жатыр. Кирилл Ивановтың енді не істей алатындығы туралы бізде анық сондай шешім бар. Еш нәрсе істей алмайды. Өйткені Аман 5 гол соққанына қарамастан әлі де болса шабуылын жалғастыруда. Гонсало Игуаин. Жаңа Игуаин бір гол соқты, бірақ бұл көбіне кездейсоқ жағдайда орын алған секілді. 4-1 қорғаушының ортасында тұрып соққы жасаған кезде жиі гол кіре бермейтіндігі белгілі. Бір сөзбен айтқанда сәттілік жолдас болды ол кезде. Әйтпесе, одан басқа уақыттарда Аман Карабеков өзінің қарсыласынан мықты екендігіне ешқандай күмән тудырған жоқ. Войцех Шесни кезекті рет ойын қарласып отыр. 80-ші минут. Бұл қадірмен жанкерлер 14-ші турдың соңғы матчы. Соңғы матчы. Біз бұл ойыннан кейін турда толықтай қорытындылайтын боламыз. Келесі турдың аңдатпасын айтамыз. Бір сөзбен айтқанда, бұл матчпен біздің жұмысымыз аяқталмайды. Қазір Дибала, Пауло Дибала және Гонсало Игуаинның соққысы. Нойер өз орнында. Бұрыштама доба. Бұрыштама доба қалай орындалады. Допты қараңыздар. Тиагоның аяғына салып бере салды. Әрине, Кирилл Ивановтың қазір көңілі өте нашар. Өскемендік жігіт бұл матчты ойдағыдай өткізе алмады. Және жеңіске жете алмайтындығын біледі. Осының барлығы түп-түп біле оған психологиялық үлкен ауырлық алып келіп тұрғандығы анық. Соңғы минуттар тамашалаудамыз. Қараңыздар қандай мүмкіндік. Дибала бұл жерде гол соғу керек еді. Бірақ тағы да немұрайлылық танытты. Және қақпашы Нойер допқа үлгерді. Игуаин, Матюиди, тағы бір шабуыл. Гонсало Игуаин соққы бағытта оймағына шықты. Соққы бағытталды да Квадрадо тарапынан Нойер керемет ойын көрсетуін жалғастыруда. Давид Алаба алаңнан кетті. Хуан Бернат оны орнына кірді. Испандық. Нешін 89-ші минутта. Әрине бұл Аман Карабеков тарапынан аздап болса да уақыты тудың жолы ғой. Бірақ Аманға қазір қанша уақыт тұтса да еш нәрсе кедер келтірмейді жеңісіне. Өйткені қалған аралықта мейлі екі гол соқсын, бірақ оның өзі жеткіліксіз ғой Кирилл Иванов үшін. Левандовскийдің пасы. Квадрадо кейін қайтарып тастады. Қосымша минуттар кетті. Видаль. Артуро. Хуан Бернат.
Артура Видаль қақпаға бағытталды. Войцех Шесни өз орнында. Және төрешінің сықырға шалынатын уақытта болды. Қадырмен жанкерлер, әрине, бұл жерде көп сызбақтаудың қажеті жоқ. Өйткен Аман Қарабековтың 14-ші турды жеңіспен аяқтайтындыға алдылақ белгілі болып қойған еді. Сонымен бұл біріншіліктің турыда өз мәресіне жетті. Лехштайнердің көңіл күйі мәз емес. Нойер керісінше қатты уануда, өйткені команда толыққанды 3 ұпайға қол жеткізді. Ал біз қызық сәттерді қайталап көрейік, біздің кедергімізсіз одан кейін турда қорытындылайтын боламыз. Қадырмен жанкерлер, осылайша біз 14-ші турды аяқтадық. Қазір тағы бір мәрте өткен матчтардың нәтижелерін еске түсірейік. Бірінші жарыс күнінде сәрсенбі күні біз Манчестер Юнайтед пен Пари Сен-Жермен матчының ойнағанын көрдік. Бұл ойында 4-6 есебімен Артур Малинин жеңіске жетті. Олжас Сесентаев Бексұлтан Төлеметовті 6-1 қапы қалдырды. Дәулет Сақтағанов сенсациялық жағдайда Мүслім Сағымбаевты 6-1 есебімен жеңді. Ал Арман Бірманов өте тартысты матчта Равшан Бабаевты аяқтан шалды. Ну и в четверг также прошли очень результативные матчи. Женевик Салим уступил 1-3 Ильжану Манкельды. Алмаз Касымжанов оказался сильнее Анеты Леусинова. 7-1 победа Алмаза Касымжанова. Мурат Нурхожаев обыграл Ильдара Кучманова со счетом 4-2. И Аман Карабеков был сильнее Кирилла Иванова со счетом 5-1. Ал турнирге сесінде бірінші орында Олжас Есентаев келе жатыр. Тоттенхэма 37 ұпай. Екінші орында Елжан Амангелді Барселона 35 ұпай. Үшінші орынға Алмаз Қасымжанов шықты Боруссиямен 27 ұпаймен. Ал Жәнібек Сәлім әзірге төртінші орында 26 ұпай бар. Равшан Бабаев Арсенал 25 ұпаймен 5-ші сатта. Ал Мүслім Сағымбаев орынға түсіп қалды 23 ұпай. Одан ары қарай Наполи, бұл Арман Пірманов және Интер Елдар Құлшыманов үздік сегіздікті түйіндеп тұр. Ну и во второй половине турнирной таблицы есть изменения. Особенно обратите внимание на 14-ю строчку. Там оказался Даулет Сактаганов. Кирилл Иванов опустился на 15-ю строчку. На последнем идет также Анет Илюсинов из Атырау. Также две позиции потерял Бексултан Тулеметов из Кокшетау. Поднялся на строчку выше Аман Карабеков из Актобе. Артур Малинин из Павлодара. И Мурат Нуркожаев также поднялся с 10-го на 9-ю строчку. Ал келесі 15-ші тур 11-ші сәуір күні 19:30-да сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Бұл күні Мүслім Сағымбаев Равшан Бабаев кездеседі. Елдар Құлшыманов Аман Қарабековпен бақ сынасады. Әнет Елеусінов Мұрат Нұрқожаевты өз алаңында қабылдайтын болады. Ал Артур Малинин Алмаз Қасымжановтың алдында сынақтан өтетін болады. Ну а 12 апреля 15 тур будет продолжаться также в четверг в 19:30 на телеканале Станта Казахстан. Арман Пирманов против Ислама Бакытова. Ельжан Аманкельды против Кирилла Иванова. Чингиз Даулеткали, который будет заменять Бексултана Тулеметова против Даулета Сатаганова. И Жанибек Салим против Олжаса Есентаева. Это центральный матч 15 тура. Қадырмен жанкерлер, осымен біз 14-ші турды тамамдадық. Танта Про Лиг киберчемпионатын қарай жүріңіздер. Бұл матч барысында сіздер үшін қызмет жасаған мен Ержан Көшкінбаев және әріптесім Петр Воликов. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.